Что ж, я все-таки нашел тихое место для моей сборки. Точнее, для моей машины, которая будет сборка этой одной из самых известных САУ СУ-122. Она, кстати, была первая САУ подобного рода. Видите, тут еще такая пушка выпирает. Ну, будет из бумаги собрано, а что вы хотели? Я не хочу, чтобы клеем мой автомобиль вонял, но так иногда бензином попахивает, а некоторых деталей внутри интерьера не хватает. Походу это уже не умная бумага, а умный поролон, судя по этим колесам. Ну а так я создал почти все условия для сборки. Тут у меня сачок, потому что жара. Здесь скотч, если что, отвалится. Ну, места, конечно, маловато. Вот такой пока корпус у меня получается. Конечно, немножко трудно сразу одновременно во все пазы входить. Но, если что, всякие инструменты мне помогут. Это вот свечной ключ. Это, ну-ка, прикуриватель, если что. Прижмем вот так пушка. Вот такая пушка, кстати, будет. Да. Оп. Опа. И еще целый мешок всего, потому что для Жигули просто нужно целый багажник иметь. Опа, отвер. О, клей Экон, кстати, затесался. Отверточка, если что, подкрутить там. И прочее. Вообще, конечно, жарковато снимать тут это. Как же мне теперь в эту дырочку-то засунуть эту мелкую деталь? Ведь зубочистку я уже сожрал, как всегда, по традиции. Ну, надо поискать что-нибудь в машине такое острое. Так. Вот, кажется, тут лишняя деталь приделана. Оп. О. Самый раз диаметр. Ну-ка. Аккуратно проделываю дырочку. Ну-ка. Вот так вот. И вставляю. Фу, конечно, потные ладошки и руки не способствуют ускорению процесса. А еще потные подмыхи очень его усложняет. Ну, сейчас должен пойти дождик, я надеюсь, судя по тучкам. Воу-воу-воу-воу! Дождина начинается. Нужно задраить люки. Отдать швартовы. Оп. Оп. И здесь тоже. А куда пипка-то делась? Это вот. Вот так вот. Фу. А то для этой бумажной модели критично намокание. Что ж, теперь я точно никуда не выберусь, пока не соберу эту САУ. Ох, вот такая вот ламповая обстановка образовалась. И теплая, я бы сказал. Но надеюсь, где-то ничего тут не будет протекать. Самое время немножко передохнуть от модеризма и рассказать вам интересную историю о том, как я закипел на светофоре. Значит, еду я. Стою на светофоре. Никого не трогаю. Готовлюсь стартануть. И тут из капота как нет пар. И отсюда как полетит антифриз. И вот здесь все затопит. Я думал, сгорю, ребята, вот честно. А сзади много уже водителей, которые хотят проехать, и бибикают, и кричат,
Я вылетаю из машины, открываю вот этот капот, выгоняю весь пар, закладу капот, не заклопывая, и просто вот так вот, вот вторую и погнал просто, несмотря на свет светофора. И стрелка вот эта вот, температуру, я ее просто положил в красную зону. Вот так, ребята. Потом отключил двигатель, поставил нейтралку и просто катился с горки вниз до ближайшей какой-нибудь парковки. Фух, оказался, что наебался там радиатор печки. Он вот где-то вот там вот. Эх, пришлось пока печку отключить и залить по новой антифриз. Хорошо, что он весь выветрился, а то бы сейчас воняло бы. Ой, ребята. Ну что ж, вот такая вот САУ получается. Конечно, немного неаккуратно, все-таки пришлось использовать скотч, а также удалить все катки внутри. Но тем не менее набор-то неплохой. И сразу узнаются знакомые черты Су-122. Так, ну вроде под капотом воду-то я все убрал, а то заливает частенько. Эх, ну что ж, вот такая вот необычная сборка получилась в необычном месте. Я благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Смотрите плейлист сборок обязательно. И все будет супер. Все. Всем пока.